Проход для пешеходов по Пролетарскому проспекту временно затруднен. Здесь ведется капитальный ремонт участков сетей теплоснабжения. На этом участке магистральной сети капитальный ремонт не проводился около 15 лет. Что называется, пора. Александр Юрьевич, скажите, пожалуйста, как давно начались работы и что уже сделано? Работы начались 5 дней назад. За 5 дней произведены земляные работы, выполнен демонтаж старых труб, завезен новый материал. Вот можете посмотреть. Сейчас начнут варить участки трубопроводов, потом сваривать между собой, ставить запорную арматуру. Трубопровод, что проходит под Пролетарским проспектом, соединяет две котельные – на улице Фабричной и на Воронке. Данный участок очень важен, потому что он соединяет между собой два источника теплоснабжения. Если что-то случится с одним из источников тепла, можно перевести нагрузку с одного на другой по вот этому участку как раз сети. Под Пролетарским проспектом в районе торгового центра «Ладья» уже проложили 50 метров трубы. Когда здесь смонтируем, теплоноситель будет подан и будет вестись параллельно 200 метров. За один день переключен уже со старой на новую сеть. Все работы завершат до начала отопительного сезона. Благоустройство прилегающей территории будет восстановлено. Евгения Корытько, Владислав Реус, Щелковское телевидение.